Девчоночки, всем привет! Приехала вот моя Глинка. Хочу вот похвастаться вам. Подруга приезжала с Киргизии, еще когда она мне привезла из моих вкусняшек. Вот здесь несколько видов. Здесь голубая узбечка, Туркестан кудряшка. Это, по-моему, гульбуто, красное сердце, два в одном. И чернослив, девчонки. И вот мой мел. Сейчас, наверное, будем хрустеть. Всем привет, девчули. Как ваши дела? У меня все нормально. Приехала моя Глинка. Долгожданная. Здесь, по-моему, килограмма два. Это из моих вкусняшек. Подруга привезла, но никак встретиться не могли. И вот вчера на днях встретились, она мне отдала мое имущество. Так сказать, да? Мое богатство. Мои любимые Глинки. И вот они приехали. Туркестан кудряшка. Туркестан просто блаженство. Это запах земли мокрой, пыли. Сносит башку мне. Премиум. Сразу говорю, девчонки, много есть не буду. Потому что, как вы заметили, все равно у меня... Ну, гемоглобин у меня всю жизнь низким был. Его я поднимаю, он все равно... Ну, скоро весна, как бы. Перед весной у меня всегда такое состояние, насколько я помню. Ничего не хочется. Все равно хочу воздержаться. Пью железо, конечно, витамины. Это сосед, по-моему, выходит или заходит. В общем, вот такие дела. Еще что, девчонки? Кто не подписан на мой канал, подпишитесь, пожалуйста. Мне будет приятно. Очень. Потому что с подпиской меня смотрят. Мои, конечно, подписчики. Спасибо вам за это. А без подписки тоже очень много смотрят. За 2 года, блин, я должна чуть-чуть заработать. Девчонки.
Хотя YouTube, не знаю. Сейчас монетизации нет, сами понимаете. Ну, в принципе, как-то это, но до $100 хотелось бы дойти. Красное сердце, девчонки. Ну, она тоже по-своему очень вкусная глина. Пластилин. Два в одном мне нравится, но она такая тяжелая. Вот этот маленький пакетик, он таким тяжелым был, девчонки. Вроде бы. Все вкусы смешались. Мелочь все равно бесподобная. Воду не взяла. Голубая узбечка. Запах шпал, вот эта солинка, вот голубой узбечки. По-своему уникальна она своим вкусом. Только надо смаковать, девчонки. С глинами, потому что за липучки
Вообще. Ну что, девчонки, поверхностно. Похрустели немного. Будут еще обзоры. Пишите, задавайте вопросы. Может, прямой эфир сделаем. Поболтаем. Воду не взяла. Так что всем пока-пока, девчонки. Всех люблю. Пока.